Сейчас играет там Шишин, твоя команда. Халок и красный. Халок, видишь, на первую майку есть? Это мотив черкасски. Благодарит вас за то, что вы в честь его играете турнир. Он, к сожалению, не может сегодня присутствовать, но завтра на телемосте он будет. Спасибо вам всем. Спасибо, спасибо. Вот видите, вас приветствуют. Вы слышите, вас приветствуют. Одесский футбол славен своей историей. И в этой истории много лиц, которые олицетворяют этот футбол. Среди них золотое лицо, удивительный человек футбола, Матвей Леонидович Черкасски, который отмечает свое 90-летие. В честь этого события Ассоциация ветеранов спорта проводит турнир на Кубок Черкасского. Хотим пожелать Матвею Леонидовичу Черкасскому здоровья, здоровья и здоровья ему, его семье, его близким. И чтобы он нас радовал своей работой, своим отношением к футболу. Огромное спасибо Ассоциации ветеранов спорта за проведение этого турнира в честь нашей легенды, нашей эмиграции и вообще всего одесского футбола Матвея Леонидовича Черкасского. Наши ребята все знак уважения в честь его дня рождения собрались сегодня. Мы собрали очень хороших ребят, очень интересный турнир. А турнир только начался, я думаю, он пройдет очень-очень интересно и на высоком уровне. Мы собрались сегодня провести турнир, посвященный юбилею Матвея Леонидовича Черкасского, легенда украинского одесского футбола. Потрясающе известный тренер в Украине. Команда, которую представляю я лично. Команда – это выходцы все с Украины, ребята из Донецка, Харькова, Киева. Все горят желанием показать хороший, красивый футбол. Иди ему на пас! Добрый вечер, я представляю команду Kings Bay Y. Мы очень рады, что нас пригласили выступить на этом замечательном дружественном турнире. Спасибо Эдуарду Лучину, что он организовал этот турнир в честь Матвея Леонидовича Черкасского. Хороший турнир, хорошая борьба с накалом, с интересом. Очень приятно, что был приглашен на турнир, посвященный Матвею Леонидовичу. Сам не являюсь учеником его, но играл против многих его учеников уже здесь. И могу сказать, что высокое мастерство учеников показывает, какой это человек, тренер, как его прислушивается, какое уважение он имеет. Очень приятно поздравить его от нашего имени, от лица моей академии в Квинсе. И дай бог, чтобы у меня когда-то мог быть такой тренер, которого я выращу и был похож на Матвея Леонидовича. Поздравляю. Матвей Черкасский – это легенда всего украинского футбола. Мы просто счастливы участвовать в турнире, посвященном ему. Тем более, что в этом году у него был такой потрясающий юбилей – 90 лет. Спасибо Ассоциации ветеранов спорта. Здоровья Матвею Черкасскому. Ну и нам тянуться к нему до его возраста.